Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Tomb Raider. Что ж, как и в прошлой серии, мы продолжаем собирать все эти объекты, чтобы завершить игру на все 100%, ну или приблизительно. Меня больше всего интересуют такие моменты, как документы и артефакты. Тайники уже меньше, гробницы там могут быть. Но это ладно. Главное, тайники и... Главное, гробницы, документы и артефакты. Тайники уже... Не найду. Все. Главное найти это. Все. В прошлой серии мы закончили поиски на в трущобах. Я вот быстрым переходом перебрался сюда без записи, потому что это я хочу экономить время наше общее. Так что давайте. Согласно документам, тут должен быть этот документ лежать. Тайник я уже нашел. Один документ и сколько там это. Так, идем дальше. Давай, осматривай осматривай повнимательней. Лара, как-никак, а ты полезные вещи ищешь, подсказки там всякие. Как-никак, а от этих документах будет зависеть, как мы выберемся. Так что давай, Лара, не халтурь. Халтурить плохо. Появятся волки, мы их разберем. По-быстрому. Так, где чё? Вот тут, да? Окей. Куда нам идти? Вот сюда, да? Вниз. Не, вниз. Лара, давай без этого. Сказано вниз. Нет? А куда? Тут стена, наверное. Лара, ты давай, не зли меня. И так у нас криворукая, не может через этот забор пролезть, нужно обходить. Так, ладно, нужно как-то туда забраться. Наверное. Ау! А, вот она, щель. Нашли. Показывай, что там у нас. Нашли-то. Актеры театра Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. Ладно, окей. Пускай будет так. Ты там все взяла, что хотела? Так, ладно, идем дальше. Значит, не забываем, тут у нас еще и гробница где-то есть. Просто бегаем по карте. Щелкаем на... Ждем, когда появится подсказка. Вот там, к примеру, нашли что-то. Еще один артефакт. Последний. Опа! Что там у нас?
интересного. Маска традиционного японского театра «Но». Думаю, это маска демона или они. Окей, пусть... Так, не, там что-то еще было. Маска традиционного японского театра «Но». Думаю, это маска демона или они. Окей. Бирка с ценником. Да, чего тут только нет. Бирка с ценником, а я подумал, настоящая, древняя. Так, чуть дальше документик лежит. Так, давай, забирайся. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику. Дневник Саманты. Ее что-то тревожит. У нее дурные предчувствия по поводу нашей экспедиции. Ну да. Так, и там нас находится гробница. Окей, давайте пройдем, посмотрим. Гробница путешественника. Уй-яй. Как хорошо-то мы ее нашли, а? Ладно, окей, давайте посмотрим. Что за путешественники тут находятся? Пошли. Нужно поджечь. У нас зажигалка есть. Слушайте, а как я, если я это без зажигалки проходил, как я должен был зажигать? Или на то и расчет, что сначала найти зажигалку, да? Ладно, окей, пускай так будет. Так, сжигай нахрен, все. Нужно найти что-то покрепче. Нате, покрепче. Все, сожгли мы все. Вот, сейчас самолетик упадет. Это будет пандусом. Окей, хорошо, забирайся, пускай будет пандус. Я не против. Вот тут еще одни какие-то херни лежат. Возьми одну. Блин, Лара, нет. Нам куда идти нужно? Туда, что ли, да? Давай, Лара, давай, забирайся, не бойся ты. Чё, постоянно всего боишься? Не-не-не, не надо прыгать таким образом. А, вот еще одна херня. Нужно найти что-то покрепче. Да я понял уже, понял. Просто кинуть. Кстати, эти вот фонарики... Как и они там называются? Появляются сами. Так, два, нам дальше нужно. Нам как-то нужно вон туда вот кинуть ее. Да, блин. Ладно, окей, я понял. Ну, есть идеи. Нет, нету идей. Нам нужно еще вот эту вот херню поджечь. Чтобы что-то произошло. Но тут у нас ничего нету. А, не, есть, вот она.
Так, сбросьте. Нет, ни хрена. О! Да, толкни. Знаете, все, еще одну херню подожгли. Все? И как быть? Че и как быть? Мы, наверное, все тут сделали. Вот тебя за ты забралась. Или нет, тебе такое не устраивает. Тебе нужно что-то по-другому, чтобы работало, да? Эту ткань легко зажечь. Окей, давай, попробуй. Да, правда, вот зажглось. Как ты через деревья-то прыгаешь? Молодец, Лара. Ты единственный, кто смог это сделать. Так, а теперь на крышу, да? Да-да, все правильно. Все, мы забрались. Давай посмотрим, что там у нас интересного есть. Ух ты. Все, стащила ты гробницу, пошли. Че, рассказывай, как там у нас. Все, лагеря по 3, так, везде троечки, документы 5, артефакты 3, тайники. Гробница есть, карта сокровищ. Ладно, окей. Я говорил, что... Я думал, ты захватишься. Лара, что такое, а? Ты что такая криворукая стала? Сейчас быстро понижу. До ранга уборщицы. Так, ладно, пошли дальше. В теории нам тайники не нужны. Они ничего полезного не дадут. Окей, давайте дальше сходим вот сюда вот. Тут у нас мало чего есть интересного, мы там не смотрели особо. Давайте вернемся и там это через быстрый переход посмотрим. Скорее всего, мы тут просто все собрали уже. Но если там ничего не будет, то извиняйте уже. Я уже все сделал. Пошли. А, че, пошли? Так, окей. Нашли. Нужно просто как-то подняться, да? Все, первую херню взяли. Идем дальше. Кстати, нужно, можно где-то эту. Ау! Столб есть. Куда дернуть? Он тут здесь не просто так стоит. Тьфу ты, нехорошие какие.
Так, пока все еще ничего нету. Пока все еще плохо. Кролик. Мракоберец. Борец. Получили. Тотем. Ау, меня не интересуют ваши тотемы. Меня интересуют только тайники всякие. Я же уйду сейчас. Мне эти тайники не особо интересны сейчас. Я вас еще раз предупреждаю, я тут бегать не буду. О, нашли. Стоп, я там уже был, уже проходил же, светил же херней своей. Своим, со своим зрением, со своим. Че сразу не мог сказать? Ладно, окей, хорошо. 64% мракоберец, борец. В смысле? Че, будем этим заниматься? Мракоборецом. Искать на деревьях всякую херню. В теории это очень долго будет. Это реально долго будет, если чё. Не, пошли вы на три буквы. Я не собираюсь тут за этим еще бегать. С этими картами сокровищами, мракоберцами. Не-не-не. Это не ко мне уже. Вот я одну еще нашел. Но больше я пока не видел. И то я их случайно нашел. Они на карте не отображаются, уж извините. Их тут 10. Это слишком уж много. Так, где выход? Пойдем в другой регион. Тырить сокровища и документы. Сокровища, чтобы разбогатеть, чтобы... Деньги у нас остались после этого. После этого приключения. На аукционе за такие ценности любителей. Таких вещиц. По много десятков тысяч отдадут. Ну а документы просто чтобы в сюжете разобраться. Так, ладно, чем где еще не были? Так, лагеря, документы, артефакты, тайники, тайники, карты сокровищ, пиромания. Так, документов тут нету, пошли сюда. Подожди, а тут что у нас? Ладно, окей, пошли, нам сюда нужно, в горный храм. Там у нас документов нужно две штуки собрать. Что-то там еще и что-то еще. Сокровищницы нету. А там уже разберемся. Так, показывай, где там у нас что. Мы тут проходили, тут мимо ходом. Так что особо когда мы ничего не собирали. Так, что нашла? Тайник нашла, окей. Поздравляю. Так, так же ты нашла карту сокровищ.
где-то внизу. Окей, это нам поможет в наших поисках. Тут такая вот пещерка есть за водопадом. Так, жечь. Может, что-нибудь полезное выпадет. Не, ни хрена. Все, найдена полная карта. Спасибо. Так, пошли по порядку. Артефакт. На самом верху. На самом верху находится артефакт. Пошли. Обратно в здание. Ау! Как забраться тут туда? Лара, помоги. Дай мне идею. Скалолазывание. Удобным маршрутом. Пожалуйста. Многого не прошу. Так, а вот тут у нас что? Тут нам наверняка поближе есть что-нибудь. Да нет, опять где-то внизу. За горой где-то. А эта херня где? А эта херня тут. Все, ищи тайники нашли полностью. Не-не, документы мы не найдем пока. Идем за артефактом пока. Ау, как нам забраться туда? Я же все равно найду путь. Вас все-таки достану в любом случае. Не надо меня бесить. Заберись. Молодец, наконец. Хорошая Лара, хорошая. Лариса. Веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Окей, хорошо. Идем дальше. Так, лагеря, выруби. Карту сокровищ, выруби. Тайники, выруби. Чтобы не мешали мне обзору. Вот это поставь тут на карте. Прям на нужных местах. Ищи тут еще. Отдай мне мою вещь. Спасибо. Ну, покажи там, что у нас там. Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный. Наверное, из мореного кипариса. А? Так, документ вот здесь где находится? Чуть дальше, да? Окей, давайте пойдемте дальше. Нас когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то что там шалаш построить или еду добыть. Нас кого-то силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там, имена, там, откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил, говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, он вообще долго не думал, он взял и убил их туда. Отец Матиас, он вообще, он решительный, ну, спокойный такой. Я никогда не видал, что он понты дешевые кидал. Ну, так когда стоял на песке, он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца.
Что ж, дневник еще одного обитателя острова по имени Николай. Тут все русские, если что. Почти. Здесь упомянут некий отец Матиас. Неужели это тот самый человек? Ну да. Теперь мы все знаем. Теперь мы полностью просвещенные. Почти. Да, нам туда нужно. Куда-то вниз. Нам нужно куда-то вниз. Да спрыгни ты. Скорее всего, нам опять под водопад идти нужно. Ну да. Все нашли. 25 июля 82 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке. И опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжело раненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые, они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Блин, это что получается? Они тут 30 лет уже находятся, да? Игра выпущена в 2013, а это 1982. 30 лет они тут пробыли, а? Да-да, я понял. 30 лет на этом острове, а? Вот бахнуло, а? На кораблике покататься. Чё, где ещё? Чё мы ещё не сделали? Лагеря готовы, документы готовы, артефакты готовы, тайники готовы, сокровища взяли. Пироманией мы не увлекаемся. Все, пошли, значит. Кстати, а если взорву? Я что-то не пойму. Ладно, окей, не будем тут, мы тут особо тупить. Не будем тут задерживаться, пойдем дальше. Главное, это документы для сюжета и артефакты для продажи. Ну и тайники, может, что-нибудь заработаем. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, тут у нас лагеря, документы, артефакты, все хорошо, хорошо, хорошо. Тут то же самое. Тут тайники. Ну, я за этими тайниками особо бегать не буду. Неинтересно, не нужны это все. Так, а вот это вот нужно. Лагеря тут у нас есть. Документы. Два документа там не должно быть. Пошли. Нам туда нужно. Документы два заберем и валим. Окей, давайте пройдемся, посмотрим. Карта обновлена. Где тут? Первый момент.
находится вот где-то там. Так, я понял. Тут мы здесь по этому месту бегали, так что... О! Антипропаганда. Императрицы Солнца. 6 сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий, и также внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, все это не было случайностью. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове, пока не знаю. Но если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за дело. Что ж, идем дальше. Идем помаленечку дальше. Нам нужно изучить эту базу. Так, просто бегаем и нажимаем попутно эту кнопку. Так, пока все пусто. Нам нужно найти еще один документ и один тайник. О! О! Все, тайник нашли. Осталось найти где-то документ. Пошли. Пока ничего, да? Пусто. Ничего, найдем что-нибудь. Что-нибудь да найдем. Еще один. Так, нашли, все, нашли. Вот он. Ау, где ты? Давайте, мы как раз за тобой идем. Вот она. Короче, и непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот это точняк только с его подачи. Но так что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать? Кто не согласен, то вопрос ход. Короче, мы здесь хозяева. Окей. Пускай будет так. Все. Это место мы полностью забрали. Плакаты мы собирать мы не будем. Мне этого вообще никак-то не нужно. Зачем тут чужую собственность работы художников сжигать? Пускай висят, они никому вреда не сделают. Так что пускай они тут висят сколько захотят. Художники старались, рисовали. Тут же интернета нету, фотошопа нету, Paint'а нету. Они все же рукой рисовали, не как эти халтурщики. Они все делали быстро и качественно, и рукой при том. Ладно, окей, я, может быть, ошибаюсь насчет качественно и быстро, но уж рукой уж точно.
Так, нам наверх нужно вам вообще-то. Как туда забраться? Кто знает? На бочке, да? Вот оно что. Давай, нам тут больше делать нечего. В этом бункере. Идем дальше. Так. Один, три, два. Окрестности базы. Документов по нулям, артефакты по нулям, тайники по нулям, все по нулям. Все, идем сюда. Так. Ну, что показываете, где тут все находится? Я тут уже один артефакт нашел. От меня ничего не спрячется. Он прямо внизу. Или нет? Не внизу. Ой, еще что-то нашли. Так, давай, нам наверх нужно как-то. А там уже разберемся. Ломай. Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Наверное. Пускай будет так. Так, вот документики. Наверху лежат. А чё мы сразу их не нашли? Они же здесь лежат. Валялись. 17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Окей. Я тоже это понял. Так, теперь давайте за сокровищами. Точнее, за картой. Она находится где-то там. Уйди, крыска. Так просто туда не заберешься. Нужно думать как-то по-другому. А, во! Эй, Лара, тут дырка вообще-то. Давай не тупи меня, не беси. Ладно, окей. Давайте чуть подальше уйдем. Или нет, тебе это не устраивает. Вот что-то еще нашли. Еще один документ. Наверху где-то. Да блин, где тут? Вот он. 13 октября 90 года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной необходимости организации. Но что еще важнее, они должны быть готовы без колебаний убивать. Насилие станет частью их жизни, так же, как железная дисциплина, конечная цель и работа. И остров станет моим. Вот тогда я открою тайну этих бурь. Окей, хорошо. Помаленечку мы биографию его разберем.
А сейчас просто идем дальше. Так, что еще есть? Откроешь? Нет? Так, еще что-то нашли. Вот здесь. Так, где нах? А, и как туда забраться? Подскажешь? Туда хода как-то нету почему-то. Ау, что делать? Лара, подскажи. Сюда что ли? А я уже запаниковал. Значок, который выдавали снайперу второго класса в армии императорской Японии. Ха, иероглифы Канзи. Чье-то имя? Наверное, кому-то же давали. Не просто так подарили, как сувенир. Так, нам нужно сокровище взять. Если мы знаем, где они находятся. Окей, как нам туда забраться только? Идея есть? Нет, идеи нету. Все печально. Все большая печаль. Хотя нет, есть идея. Идея хорошая есть. Только чтоб не сглазить. Вот тут веревка есть какая-то. Давай, Лара, по веревочке. Все нашли. Так, 2-2-2-2-2-2. 0-1. Ну вот она находится здесь. Давайте соберем. Если мы ее видим, то возьмем. Если бы не увидели бы, то... Ну и что с этим поделать? Так, пошли. Просто идем. Вот так вот все. Тайники мы собрали полностью, да? 100%, да? Окей, это хорошо. Это хорошо. Патроны чуть-чуть собрали. Нам пригодится. Мало ли, сколько там врагов в будущем будет. Мы сюжетную линию и близко не закончили. Так что пошли. Блин, Лара, а ты помнишь, как я тебе эту скин поменял? Одел тебе в эту вот куртку эту. А так без меня ты в майке просто бегала бы. Купалась бы в майке. По дождю бегала бы в майке. В снегу тут. В буре там, в снегопаде там, везде в майке была. Скажи спасибо. Это я сделал. Тебе куртку подогнал. Так, ладно, идем дальше. Дальше идем. Окрестности базы мы сделали. Так, тут у нас что? Лагеря, документы, артефакты. Окей. 97% там тишина и покой с миром не работает. Пещеры, документы там плохо. Так, идем туда. Там у нас еще кое-какие проблемы. Ну, где что интересного? Уже карта обновлена сразу. Давайте, пойдемте. Уже что-то нашли. Так, ладно, идем дальше. О,
Карта сокровищ. Давайте ее сразу заберем. Пригодится. Чем им тут бегать и с этим этим. Тыкать на кнопку эту. Так, раз и все. Ах ты, гаденыш! Так просто нельзя, значит, забраться, да? Ах ты! Спрятали ее. Ладно, окей, давайте так заберемся. Заберись, Лара, ты криворукая. Я что-то не пойму. Я не пойму вашу логику. Как нам дальше забраться? Это что еще было? Карта сокровищ находится прямо там. Окей. Ну и чё? И чё там, расстреливать нужно, что ли, всё? Не работает. Может так сделать? Тоже не работает. Подскажите, пожалуйста. У меня нервы не железные. Просто так прыгать вы мне тоже не даете. Чё за дела? Так нельзя же. Подскажите, тварей. Чё я делать должен? Тут ни клетку не пододвинуть, ничего нельзя. И то это криворукая Лара запрыгивает с большим трудом. А, понятно, понятно. Нет, ни хрена не понятно. Это мне показалось просто. Так, может, гранату? Вы же гранаты любите. Чё, не? А, тут висят какие-то штуковины какие-то. Они мне и помогут. Давайте ими воспользуемся. Да? Ими же нужно. А, ща, они на меня вежливо послали на три буквы. Чего там? Подсказали мне тут. И Лара, ты какого хрена прыгаешь? Не туда, куда следует, а? Домохозяйка ты бывшая. Перестань. Может отстрелить? Не, ни хрена. Лампочка отстреливается. Не, ни хрена. Может взорвать? Да знаете, тоже ничего не получается. У вас тут ничего не работает. Чё обыскать, чё где? Да тьфу ты, мне зачем это нужно-то? Нет, это не взорвется никак. Не помогает. Эти даже не шлахнутся. Блин, вы что издеваетесь? Как там туда забраться-то? Подождите. Может, эти помогут? Да, Лара, заберись, ты будь человеком. У тебя руки-крюки, ты че не можешь забраться-то нормально?
Тут нужно поосторожнее быть. Тут эти бегают еще. Веер для особого случая. Возможно, свадебный. На вид ему не дашь больше пары лет. Окей, наверное, хорошо сохранился тут в пещерах. Где следующая штуковина? Нет воды, извини. Воды нету. Хватит тут ржать. Я тупо не могу найти выход. Так, документ еще один. Еще одно место где-то. Вот здесь. Все, еще одну херню нашли. Идем дальше. Так, стоп, нам куда-то, как куда-то вон, куда-то сюда. Ау, что делать? Это не туда дорога. Что делать-то? Сюда, что ли? Да не похоже. Отстань. Так, нет, а мы вернулись, ушли куда-то в какие-то ебеня. А, прячьтесь, прячьтесь. Подсказали бы дорогу какую-нибудь. Так, нету, прячутся. С ума сходит помаленечку. Так, а как нам туда забраться-то, а? Вот сюда вот. Не нужно. Ну тут у нас вообще ничего нету. Тут у нас тупик полный. Так, дай зажигалку. А, все, нашли. Спасибо. Тем, кому, кто нам помогал. А нам никто не помогал, только я тут все делал. Так, нам куда идти нужно? Дальше, да? А где дальше? Тут все тупик вроде. А. Окей, окей, не увидел, не увидел. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Пока мать с доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая, там, такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры, голодать там, сражаться. Когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя, мы такое творили, кто знает, может, мы уже реально в аду. Вера делает этих людей опасными. Они слепо верят в императрицу Солнца. И пойдут на все, чтобы ее вернуть. Так я понимаю, все эти это просто добровольцы, да? Чтобы верно служить Матиусу, да? Так, ты мне так не ответил.
Как мне стащить карту сокровищ? Ты мне так до сих пор ничего не сказал. Да беги, Лара, ты чё тут беги тут? Да, знаю, страшно, да, кругом мясо, трупы. Ну, как по моему мнению, сейчас нужно как можно быстрее бегать. Кто-кто? Я. Чё, не вижу, не видишь, что ли? Ну, хоть какая-нибудь идея есть. Мне любая пойдет. Ну и чё, я вернулся, чё дальше? Так, просто туда надо не запрыгнуть. Не работает. Чё, плюнуть может быть, а? Чё-то как-то не получается нам эту карту взять. Да и на сюжет она особо не влияет. Она просто покажет, где находится последняя этот. А? Нет, там вообще все плохо. Ну и чё? Даже если поджечь эту херню, то все равно не помогает. Как бы ладно, херня, так и осталась, да, херня. Тут здесь он не хочет прыгать. Чё, бросаем, значит? Идея это вообще как-то нехорошая. На эти ты запрыгивать не хочешь. Ты от них шарохаешься. Вот путь. Нам нужно как-то вот здесь вот забрать. Ах ты, Лар, ты какого... Ты мне знаешь, сейчас ты мне очень сильно рассердила. Я столько времени тут на тебя потратил. Долбоебина она ты наша. Оказывается, все так просто. А, да, ах ты, тварь, а? Ларисос. Я столько времени на тебя потратил-то. Ладно, окей, думаю, что я просто... Сделаю ставку, что я тупо не увидел. Да, блин, перестань меня бесить сегодня. Да перестань ты так делать, а. Просто бери, просто возьми, запрыгни. Так, ладно, пошли. Блин, так много времени потратили на какую-то херню. Все, пошли дальше. Нам нужно еще документ затащить. И дальше пойти. Так, нет, тут закрыто все. Давай, Лара.
Время не ждет. Скоро эти будут уплывать еще. И тогда мы вообще не успеем никуда. июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Это шепчет императрица Солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. Не, он просто хочет выбраться, только со временем. Со временем у него просто мозги потухли. А так он просто хотел выбраться. Ну да, спустя 30 лет он все еще хочет выбраться. И он прекрасно понимает, что другого способа выбраться ему тупо не дадут. Хочешь выбраться, нужно использовать только этот вариант. Другие варианты ему тупо не дадут, потому что их тупо нету. Вот он и это. И делает все возможное. На складных веерах 19 века часто записывали стихи или памятки о важных событиях. Ладно, окей. Тоже продадим где-нибудь. Все, тут мы тоже все сделали. Документы готовы, лагеря готовы, артефакты, тайники, карта сокровищ, все хорошо. А все остальное пускай это уже не мое дело. Пошли. Нам в лагерь нужно идти. Столько времени потратили на какую-то херню. Ладно, окей. Пускай так будет. Так, где мы там? На этот раз нужно так прыгать нельзя уже. Пошли. Нам вниз нужно. Ой, где тут мой этот? Нам сюда нужно. Так, не, наверх нужно. Блин, как много времени я на эту херню потерял, а? Ладно, окей. Все, мы еще одно место обыскали. Так, все, и смотрим дальше. Тут у нас документы не найдены. Все, идем туда вот. Идем туда. Сегодня, наверное, мы уже закончим это все, весь этот кипиш со всем этим поиском и так далее. Так, ищем.
А, и как долго тут нужно бегать? Карты сокровищ я не вижу, да? Нужно один документ и три артефакта найти. Карта большая, если что. Просто немного побегать. Найдем документы, хорошо. Не найдем артефакты, пошли они на три буквы. Но документы мы найти обязаны. Блин, не пугай меня так. Ой, где вы тут? Чё? Где? Да блин, чё, издеваетесь, что ли? Я думаю, уже все уже можем заканчивать, а тут нате. Да не пугайся ты. Так, нашли что-то. Тайник нашли. Окей, это уже что-то. И еще что-то нашли. Я уже вижу. Этот китайский кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры. Окей, пускай будет древним. Идем дальше. Че, тут мы все обыскали, да? Больше тут ничего и нет. Ладно, окей, пускай так будет. Пошли дальше. Кролик? Не, гриб просто. Простой гриб. Мы за грибами не охотимся, если че. Так что просто идем дальше. Ну? Чё, где все еще остальные-то вещи? Да, блин, а крюком достать? Не судьба, что ли? Опа, молодец. Полезли, полезли. Нам наверх нужно. Нате. Так, что-то нашли. Еще одну херню какую-то. А, блин. Окей, хорошо, сейчас дойдем. Нате, ищите, получите. Древний китайский кинжал, примерно 100-й год нашей эры. С каких времен тут разбиваются корабли? С каких? С древнейших. Так, да, вот кинь херню эту. Так, ладно, что нам еще нужно найти? Документ где-то и артефакт. Окей, где они могут быть? Где мы еще не были?
Нет, тут все было. Все посмотрели. Да блин, Лара, ну зацепись ты вот за эту херню, а? Чё не можешь почему-то? Здравствуйте, волки, и тут просто прохожу мимо. Посмотреть. Как вы тут живете? С голода не погибли. Ну и живите дальше. Если вы тут гавкаете. Как вас кормить-то, а? Так, свечки, свечки. Тут вообще ничего нет. Один беспорядок. Прибрались что ли? Ладно, окей, пошли обратно. Чё уж тут? Тут делать нечего. Так, не, вниз нам прыгать тоже не нужно. Это небезопасно для нашего здоровья. Это плохо будет. Так, что-то нашли. Еще один артефакт. Еще что-то нашли. Там же. И еще что-то нашли. Так, покажу мне сначала вот эту херню. Она прям тут валяется. Теперь покажу мне вот эту вот херню. Валяется прям тут. Вот здесь нужно просто забраться как-то. Ну и что и дальше? Ладно, окей, давайте так сделаем. Чё, по повторному кругу я не пойду. Туда нам вход закрыт. Опа! Я уже видел, что там так можно сделать. Так что меня сейчас не обманули. Уж извините. Я увидел. Так, следующая херня лежит вот здесь. И как нам туда забраться? А вот пойми тут. Просто так туда не заберешься. Нужно как-то подумать. Ладно, окей, попробуем так вот. Так, сначала туда. Потом туда. Ну и чё? Теперь чё? Нет, та скала не работает.
не в том направлении она будет помогать. Так, ладно, спрыгивай. Да прыгни ты, а? Ну Лара, ну чё ты такая-то, а? Так, вот что-то вроде нашли что-то полезное. Веревку нашли какую-то. С которой мы можем туда запрыгнуть. Опа! Все. Бери все, что там полезное лежит. Этот почти современный, возможно, 18 век. Золотой карп должен был красиво контрастировать с черной лакировкой. Пятна крови. Этим ножом недавно пользовались. Окей, пускай так будет. Ты нашла документики? Так, ладно, пойдем тогда туда, в ту сторону пока. Пойдем в ту сторону. Так, не, тут мы уже были, если что. Нам нужно найти документ где-то. А его тут нигде нету. Следовательно, нам нужно туда идти. Так. Что ж, других вариантов я пока не вижу. Да не гавкайте вы там. Да ничего, вас прибить что ли, чтобы не гавкали, чтобы вы с голоду не мучились. Так, стоп, что-то я не пойму. А тут путь уже закрытый уже. Ау! Что делать-то? Так, ладно, я тут поискал тут в интернете. Посмотрел, что и как. И нашел, что требуется. Оказывается, мы тут еще гробницу не раскопали. Так что пошли его копать и документы найдем. И серию уже на этом закончим. Так, начнем с гробницы. Она у нас на карте отображена. Раскопать не раскопали. Вот такие вот дела у нас. Пошли. Чё за дела такие-то, а, Лара? Так, потушить факел, давай. Туши. Я уже тут вижу там такую херню и вижу такую херню. Я вижу тут, что можно тут зажечь. Окей, что еще можно сделать? Так, это можно тоже сжечь.
Блин, я думал, ты просто подождешь. Ладно, окей, это как-то поможет. Блин. Нет, там нам делать вообще нельзя ничего делать. Так, что-то прошло. Да, блин, выходи быстрей. Пока не погибли. Пипец, как темно, а. Пещера вообще не освещается. Так, спасибо свечки нашей. Окей, что мы нашли? А мы нашли, что можно поджечь вот эту вот херню. И вон там еще одна херня была вроде. Внизу. Ау, она где тут? Что-то я ей не понял. Так, ладно, подожди еще раз. А, вот еще одна херня такая. И вот еще. Все, более-менее тут все осветили. Так, вот еще одна такая херня. Ну и чё? Нам же вроде туда нужно. Где тут? Вон туда нам нужно вроде. Там стена была какая-то. Так, нет, тут ничего нету, тут ничего нету. Ну, нам точно нужно сюда. Ладно, окей, не успел, не успел. Не успели. Так, давайте еще раз. Все, я понял. Это взрываем. Поднимаемся сразу. Идем сюда. И прыгаем. Опа. Я ни хрена не вижу, правда. Ну да ладно. Все, забрались. Тут главная такая херня вот на освещение. Что ничего не видно. Ух ты. Самое легкое, если честно. Все, храм стражи готово. Кстати, на будущее.
не, ничего. Ничего такого нету. Так, давай еще раз. Жги. А то мне там падать не особо хочется. И все. Бежим, берем последний документ и валим. Все, что мы тут хотели сделать, мы сделали. Теперь нужно просто документ забрать. Да-да, я в курсе. Нам нужно к вертолету идти. Нам нужно идти к вертолету. Там за вертолетом находится это документ. Спасибо интернету. Если что, мы должны сразу в интернет идти. О, а блин, а где эта херня-то? Нам куда идти? А, все, нашли, нашли. Все. Можно прощаться уже. В этой серии мы, правда, еще ничего, ну, не добили всю эту херню. Но тем не менее, все, все, давайте прощаться уже. Берем документ, прослушиваем его и все. Вот я его даже вижу. Идем к месту похоронения этого деда, как его там зовут, не помню. Вон там документ лежит. Лара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе, беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Знаешь, ты очень похожа на своего отца. Он был умнее, мудрее и сильнее всех, кого я знал. И он никогда не сдавался, как бы тяжело ему ни приходилось. Конечно, я переживаю за тебя. Но знаю, если кто-нибудь и сможет здесь выжить, то это ты, Лара. Что бы ни случилось, знай. Я любил тебя как дочь, которой у меня никогда не было. Я горжусь тобой. Все. Нашли последний документ. И все. Теперь давайте прощаться. На вопрос, а как насчет собрать все остальные дополнения, к примеру, Тихая охота, Гробницы расхищена, то это извините. Идите в Яндекс, наберите Tomb Raider 2013 карта документов, там вам все дадут. Там в подробной карте покажут, что, где и как. Все. Короче говоря, помощь в Яндексе. Помощь в Гугле и в помощь в интернете. Все, давайте прощаться. Документы собрали, артефакты собрали, тайники собрали, все хорошо. Все. С вами был Виктор. Всем пока.